Привет! Тема энантиодромия или энантиодромия. Как писал швейцарский психиатр и педагог, основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг, Гераклит, можете обратить внимание, про Гераклита есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку, действительно открыл самый чудесный из законов, регулирующую функцию противоположностей. Он назвал ее энантиодромией или энантиодромией, бегом в обратную сторону, подразумевая, что все рано или поздно бежит в свою противоположность. Таким образом, рациональное отношение обязательно приводит к своей противоположности, то есть к иррациональному опустошению. Энантиодромия или энантиодромия – принцип, заявляющий предрасположенность любых поляризованных феноменов или явлений переходить в собственную противоположность, буквально означает «бегущий», «бегущая навстречу», «спять в обратном направлении» или «идущий», «идущая вразрез», относится к проявлению бессознательной противоположности во временной последовательности. Начиная с Аристотеля, принцип энантиодромии или энантиодромии в целом игнорировался. Однако некоторые философы, теологи, мистики не игнорировали этот принцип. К ним относятся Николай Кузанский, Якоб Бёме. Тенденция игнорирования была более выраженной в начале 17 века, когда Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт, про Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта есть видео на канале, я оставлю ссылки, заявили, что разум и логика лежат в основе человеческого прогресса. Особенно это касается науки. Соответственно, продвигалась идея прогресса, медленной эволюции, в то время как принцип энантиодромии или энантиодромии был основан на идее последовательных разрывов. В конце XIX века Фридрих Ницше, можете обратить внимание, про Фридриха Ницше есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку, был одним из мыслителей, которые подвергали сомнению прогрессивное мышление. Но он единственный, кто призывал к альтернативе в смысле энантиодромии или энантиодромии, перестановки ценностей во имя претензий и призыва эго мыслить самостоятельно, систематически бросая вызов доминирующей мысли. Термин «энантиодромия» или «энантиодромия» мог бы исчезнуть, если бы в 1916 году его вновь не использовал Карл Густав Юнг. Карл Густав Юнг использовал его для описания тенденции, исходящей от бессознательного и идущей в противоположном направлении от эго, как только последнее принимает чрезмерную позицию, именно для компенсации последствий. Юнг сделал «энантиодромию» или «энантиодромию» центром своих теорий,
теорий. Юнг считал, что энантиодромия или энантиодромия может наблюдаться не только в отношении индивидуального поведения, но и в отношении коллективных движений. Изначально закон, означающий, что рано или поздно все превращается в свою противоположность, был предложен греческим философом Гераклитом, который проводил аналогию с законом природы о стремлении системы к своему равновесию. Поскольку система противостоит любой крайности, чтобы восстановить равновесие, когда вещи доходят до крайности, они превращаются в свою противоположность. Он писал: «Теплые вещи охлаждаются, холодные теплеют. Мокрые сохнут, а высушенные увлажняются». Карл Густав Юнг добавлял, что это характерное явление практически всегда возникает, когда крайняя односторонняя тенденция доминирует в сознательной жизни. Со временем создается столь же мощная противоположность, которая сначала подавляет сознательное исполнение, а затем прорывается через сознательный контроль. Однако в понимании терминологии Юнга вещь психически трансформируется в свою теневую противоположность, подавляя психические силы, которые таким образом превращаются в нечто мощное и угрожающее. Юнг находился под сильным влиянием Фридриха Ницше, так как Ницше обсуждал эту идею в нескольких областях своих работ. Само слово «энантиодромия» или «энантиодромия», по-видимому, было придумано Иоанном Стабеем. Принцип перехода в собственную противоположность широко используется, трактуется и изучается в традиционной китайской религии даосизме. Даосизм – учение о дао или пути вещей, китайское традиционное учение, включающее элементы религии и философии. Еще в Ицин или в книге перемен или каноне перемен встречается идея о переходе между инь и ян при достижении ими своего максимума. Инь и ян – этап исходного космогенеза, представление китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств. Графически обозначается появлением у двух противоположностей двух разных цветов – белого и черного. В целом, инь и ян – философский пример переходящих друг в друга противоположностей. Также данное понятие активно изображается в современной культуре. Например, энантиодромия или энантиодромия была применена к теме фильма «Жизнь других», фильм 2006 года, чтобы показать, как человек, преданный коммунистическому режиму, преодолевает свою лояльность и становится гуманистом. И хотелось бы еще добавить, что Юнг использовал этот термин для обозначения бессознательного, действующего вопреки желаниям сознательного разума, обновления. Являя греческую концепцию акрасии или акразии в современных психологических терминах. Акрасия – слабоволие, несдержанность или акразия – совершение человеком не того поступка, который кажется ему наиболее правильным, а другого. При этом важно, что поступок не просто кажется правильным по какому-то отдельному аспекту, а в целом является наиболее желательным для совершения. Такое иррациональное поведение является темой для исследования философской теории действия. Акрасию рассматривали такие авторы, как классические философы Сократ и Аристотель, отцы церкви апостол Павел и Аврелий Августин, современные философы Ричард Хейр и Дональд Дэвидсон. Повторюсь, энантиодромия, энантиодромия – буквально бегущий, бегущая навстречу спять в обратном направлении или идущий, идущая вразрез, относящийся к появлению бессознательной противоположности с течением времени. Это характерное явление практически всегда возникает, когда крайняя односторонняя тенденция доминирует в сознательной жизни. Со временем создается столь же мощная противоположность, которая сначала подавляет сознательную деятельность, а затем прорывается через сознательный контроль. Энантиодромия, энантиодромия обычно наблюдается в сочетании с симптомами, связанными с острым неврозом, и часто предвещает возрождение, перерождение личности. Грандиозный план, по которому строится бессознательная жизнь психики, настолько недоступен нашему пониманию, что мы никогда не сможем узнать многие вещи, которые касаются темы добра и зла.
Энантиодромия, энантиодромия также относится к процессу, посредством которого человек ищет и принимает противоположное качество изнутри, усваивая его таким образом, что приводит к индивидуальной целостности в дальнейшем. Этот процесс является сутью концепции Юнга, называемой путем индивидуации. Человек должен включить противоположный архетип в свою психику, чтобы достичь состояния внутренней завершенности. Принцип энантиодромии или энантиодромии прослеживается в философии Гераклита. Философ использовал его для описания изменений, которые он наблюдал в естественной среде. Таким образом, по его мнению, природа систематически стремится превратить одну ситуацию в другую, противоположную ей. Например, день сменяется ночью, и именно так она создает баланс. Гераклит указывал: из жизни рождается смерть, из смерти рождается жизнь, из молодости старость, из старости молодость. Поток созидания и разрушения никогда не прекращается. Они не понимают, как то, что борется с самим собой, может согласовываться. Позже Платон, про Платона есть видео на канале, я оставлю ссылку, также сформулировал этот принцип. Идея энантиодромии или энантиодромии лежит в основе христианской религии и проявляется в таких процессах, как боговоплощение, принятие Богом образа человека, присуществление, богословское понятие, термин, обозначающее превращение в таинстве Евхаристии существа хлеба и вина в тело и кровь Христа. Воскресение Иисуса Христа – одно из наиболее известных событий, описанных в книгах Нового Завета. Вера в воскресение из мертвых Иисуса является краеугольным камнем христианства. И из-за повторения этих преобразований божественного человеческого и человеческого божественное христианство придает понятию энантиодромии или энантиодромии новый смысл. Оно больше не обозначает мутацию, происходящую в природе или материи, а в самом сердце человеческой души и, соответственно, поведении того, кто таким образом преобразуется. Наиболее значимым примером является обращение в религию. Субъект априори безразличный, скептически настроенный и недоверчивый или даже противостоящий любой форме религиозности внезапно оказывается захваченным, озаренным верой в тот момент, когда он меньше всего этого ожидает. Самым известным случаем обращения в веру является случай с апостолом Павлом. Тогда его звали Саул Саву, который известен преследованием христиан. Как воинствующий фарисей, Савва участвовал в преследовании первых христиан, заточая их в тюрьмы. Он выпросил у первосвященника письма в Дамаск к синагогам, чтобы там арестовывать последователей учения Иисуса Христа. На пути в Дамаск он от внезапного ярчайшего света с неба ослеп и, услышав укоризненный голос Иисуса, уверовал в него. С этого момента человек радикально преобразился. По мнению Юнга, внезапный поразительный характер обращения, следовательно отличающийся от постепенного присоединения к религии после длительного обучения, тот факт, что оно представляет собой исключительно индивидуальный опыт и что относительно небольшое количество людей делает это, все это придает ему одновременно абсолютность и бесспорность. Энантиодромии или энантиодромии лежит в основе даосизма, основанного на принципах противоположности и взаимодополняемости инь, внимание, восприимчивость, и ян, действие. Мыслимые на основе не только противоположности, но и взаимодополняемости между тенью и светом, инь, изображенный черным, и ян, изображенный белым, расширили сферу космологии и стали рассматриваться в качестве оживляющих сил, которые управляют динамизмом природы и трансформацией существ и вещей.
Оригинальность даосизма заключается в том, что он тесно соотносит природные, естественные или экзистенциальные факторы, тень и свет, земля и небо, мужчина и женщина, с поведенческими факторами, действия и размышления, одиночество и сотрудничество и так далее. А центральная идея заключается в том, что гармония возникает из поиска баланса. Причем этот поиск никогда не закрывается, поскольку параметры постоянно меняются со временем. Таким образом, то, что может считаться благоприятным в один день, может быть воспринято как неблагоприятное в другой. Это мировоззрение является релятивистским, поскольку вещи во всей их полноте мыслятся относительно друг друга. Релятивизм – методологический принцип, состоящий в абсолютизации относительности и условности содержания познания. Релятивизм происходит из одностороннего подчеркивания постоянной изменчивости действительности и отрицания относительной устойчивости вещей и явлений. Алхимия – специфическая область натурфилософии, сформировавшаяся в лоне герметической традиции. Карл Густав Юнг обнаруживает в алхимии бессознательный способ осознания развития личности. Тексты по алхимии известны как герметичные, вряд ли доступные для общего понимания, в общем, трудные для понимания, поскольку выражаются с помощью большого количества символов. Согласно Юнгу, алхимия – это средство, используемое для того, чтобы позволить бессознательному содержимому стать сознательным, осознанным. В XV веке Николай Кузанский развивает идею взаимодействия противоположностей и тем самым закладывает основу для космологии, которая является одной из первых великих альтернатив не только поздней схоластики, но и гуманистической концепции, которая тогда стремилась вытеснить ее. В 1440 году в своем трактате он представил эту идею как откровение и определил ее как то, что позволяет мышлению выйти за рамки рационального подхода, который, по его мнению, был слишком расколот. Таким образом, он поставил под сомнение теорию, разработанную Аристотелем. Впоследствии мы очень редко встретим подобное мировоззрение, поскольку развитие науки в начале XVII века положит конец всем формам мистицизма, и только в конце XIX века Ницше осудил рационализм и идеологию прогресса как замаскированные формы мистицизма. В конце XIX века немецкий философ Фридрих Ницше заявлял, что была утверждена перестановка ценностей, поэтому он призывал к новой перестановке в своих желаниях. Основываясь на этом, он в дальнейшем, начиная с 1881 года, развил тему вечного возвращения. Про вечное возвращение есть видео на канале, я оставлю ссылку. Видение того, что мировая история протекает циклически, а мировоззрения сменяют друг друга, противопоставляя те, которые преобладали до этого. Карл Густав Юнг писал: «Энантиодромия или энантиодромия, которая всегда угрожает, когда движение бесспорно достигает пика власти, не является решением проблемы, поскольку она также слепа в своей разрушительной тенденции к распаду, как и ранее создаваемая организация. Жестокий закон энантиодромии или энантиодромии пощадит только того, кто умеет отличать себя от бессознательного, и это происходит не путем вытеснения, единственным результатом которого является то, что вытесненные вещи захватывают предмет без его ведома, а путем взгляда на бессознательное прямо в лицо, как на нечто явное, отличное от меня».
1956 году Йонг высказал мнение, что данный принцип может быть применим к массовому человеку, то есть ко всему обществу. Тенденция к максимально возможному разделению противоположностей, то есть стремление к однозначному смыслу, абсолютно необходимо для установления ясного сознания. Но когда разделение заходит так далеко, что взаимодополняющая противоположность выходит из поля зрения, и мы больше не видим черное в белом, плохое в хорошем и так далее, мы достигаем одностороннего видения, которое компенсируется бессознательным, без нашей помощи. Это явление происходит как бы против нашей воли, которая впоследствии становится все более фанатичной и в конечном итоге приводит к катастрофической энантиодромии или энантиодромии. С другой стороны, мудрость никогда не забывала, что вещи имеют две стороны, поэтому она могла бы предотвратить подобные несчастья, если бы у нее была какая-то сила. Но сила никогда не находится во власти мудрости. Она всегда находится в центре внимания коллективных интересов и, следовательно, всегда сопровождается глупостью массового человека. В 1957 году Юнг считал, что коллективная энантиодромия или энантиодромия может усиливаться в результате увеличения массы общества. По его словам, критический дух индивида неумолимо притупляется, как только он не берется за работу по самопознанию и недостаточно дистанцируется от коллективной сферы. За определенным порогом он остается наедине с социальным детерминизмом и всевозможным конформизмом. Дары разума и критического осмысления не являются основными качествами человека, даже там, где они присутствуют. Они оказываются неустойчивыми, непостоянными и охотно колеблющимися. То есть то, что еще могло остаться от индивидуальных размышлений, понимания и прозрения, подавляется массой. Проблема, по его словам, заключается в том, что подавляющее большинство людей считают, что они знают себя. Самопознание обычно путают с сознанием своего сознательного «я», которое человек считает своей личностью. Каждый, кто хоть немного осознает свое «я», естественно, с величайшей уверенностью считает, что он знает себя. Однако «я» знает только свое собственное содержание. Оно не знает всего о бессознательном и его содержании. Индивид в целом измеряет свои знания о себе в среднем по самопознанию, которое он встречает в существах, составляющих его социальное окружение, а не по реальным психологическим данным, которые в большинстве своем скрыты от него. Таким образом, согласно Юнгу, коллективная энантиодромия или энантиодромия заключается в том, что чем больше современных людей считают, что они знают друг друга, тем больше они заблуждаются, и чем больше они считают себя свободными, тем больше они приспосабливаются к окружающей среде, которую они сами создали. Вместо индивидуального и конкретного бытия возникают названия организаций, в основе которых лежит абстрактное понятие государства, воплощающее принцип политической реальности. Из этого неизбежно следует, что моральная ответственность индивида заменяется государственным разумом. На смену моральной и духовной дифференциации личности приходят общественное процветание и повышение уровня жизни. С этой точки зрения цель и смысл индивидуальной жизни, которая, как следует подчеркнуть, является единственной реальной жизнью, больше не заключается в развитии и созревании личности, а в реализации государственной причины, навязанной человеку извне, следовательно, в реализации абстрактной концепции, которая в конечном итоге имеет тенденцию вытягивать из него всю жизнь. Человек все больше и больше лишается моральных решений, касающихся поведения и ответственности за свою жизнь. В свою очередь, он оказывается как социальная единица, которую управляют, кормят, одевают, обучают, размещают в удобных и послушных жилищных единицах, развлекают в соответствии с предварительно изготовленной организацией досуга, кульминацией которой является удовлетворение благополучия масс, что является идеальным критерием. Именно этим занимается почти весь мир или, по крайней мере, стремится к этому. Когда Пауль взялся за эту идею, он отметил, что слишком много добра всегда оборачивается злом. Слишком много патриотизма порождает шовинизм. Слишком много безопасности – принуждение. Как заметил, прошу прощения за произношение, Кристоф Фури,
Когда человечество хочет построить идеальный мир, оно получает его полную противоположность. Это в некотором роде месть природы человеческому желанию заменить ее полностью контролируемой Вселенной. Думаю, на этом все. Всего доброго.